Матео был чемпионом мира на роликах. У него техника поддержек, она всегда немножечко отличается. То есть роликовые коньки дают другую немножко работу. Вопрос. Вот сейчас плюс 3 за этот выброс. А что, у Павла Свяченко не плюс 3 за их выброс? Разве они не прилично? Было 3 точно по технике.